Привет, ребята! Сегодня мы возле палатки SafeOp в Киеве. Ну что, сейчас народ пошел, разошелся немножко по своим делам. Кто куда. Сидит здесь пару дежурных. Сегодня Херсонская область у нас на смене. К администрации или там к парламенту никто сегодня никуда не ходил, само собой разумеется. Почему? Потому что суббота, особо ходить некуда и не к кому. Вот, ну так, сегодня дежурная просто смена, которая здесь находится, которая следит за порядком, следит, чтобы в палаточке было все нормально и так далее, и так далее. Ну, в общем и целом, ситуация здесь не меняется. Здравствуйте тоже. Ситуация здесь не меняется. Все как было 4 месяца назад. Собственно говоря, все точно так же. Кто здесь был? Кто здесь с нами с ноября, с октября, но все так же. Вот. К сожалению, к большому и по... Что касается отношения к ФОПам, все точно так же. То есть никак.